finally go after that Bob Feller? Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin, so that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell, he killed his first man at 15. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер, добрый вечер и добро пожаловать на Дикий Запад. В прошлой серии мы наконец-то выбрались из шахт, где нас упорно забрасывали динамитом. Вообще чудом не обрелись сами шахты, потому что достаточно дерево слабое так на вид было. А динамита было многовато, включая повсюду расставленные бочки с порохом. Так, и куда мы сейчас попадем? Понимаю, по какому-то городу будем снова бродить. Там, думаю, уже будет намного лучше. Хотя бы твердая поверхность под ногами. Так, окей, и... Хорошее начало. Так, ребят. Окей. Я, конечно, все понимаю, это хорошо, но... Почему меня отобрали мой револьвер? Ребята, да что же вы такие нервные-то, а? Ё-моё, я сколько вас... Тихо, тихо, тихо. Стоять. Плохо спрятался. Нет. Ну. Ну. Да. А, черт подери, а? Нет. Все? Самоубийцы кончились? Ладно, пойдем пополним запасы и пробуем разобраться, что здесь вообще происходит. I thought the Texas Rangers got hard. Yeah, that's what they want you to believe. It was cold and a witch's tit and a brass bra that night as I fought my way past his loyal compadres. Так, окей, тут что-нибудь еще полезное есть в округе? Никак нет. Ну ладно. Всем здрасте. The very same saloon we're sitting in today. Сразу тихо, свечки появились. То я лишний на празднике жизни. Hardin was waiting for me. Где он меня ждал? Wait, I'm jumping the gun here. Let me back up and give you some background on this son of a bitch. He deserves it. Don't you think so, Ben? John Wesley Hardin was a killer. By the end, he confessed to taking the lives of 42 men, fathers and husbands, brothers and sons, men with families who cared about them. Families who put up money in hopes of finding justice. Окей. Так, по сей день сейчас мы будем подходить к этому самому городку. Если я правильно понимаю, под сюжету. By then, and had amassed a gang of armed miscreants and other assorted thugs. He and his men set up camp outside of town, and I was hoping Bob was among them. Shit, it's cold out here. Ребят, на востоке. Поболтает. Better 3 hours early than a minute too late. Так, ну, думаю, в принципе, о тишине смысла говорить нет. Никак не подойти. They knew, as most of them were wanted as well. Так, ребята. I figured Hardin was here somewhere, but to get to him, I'd have to get past his gun. Ты живой, что ли? It was easier said than done, as most of them were as foolish and full of bravado as I was. I had to spill a lot of blood to find out Hardin wasn't in that camp. He was carousing in town with his closest friends. Hardin's boys apparently didn't want me to reach the Bull's Head. Some were hightailing it into town to inform their jefe of my unwelcomed presence. Окей. Револьверы Старого Запада. После ковбойской шляпы самым характерным атрибутом Дикого Запада является капсульный револьвер, изобретенный Сэмуэлем Кольтом в 1936 году. Этот револьвер наряду с магазинной винтовкой Винчестер был излюбленным методом раздачи смерти в поздние годы 19 века. Первые револьверы заряжались фронтально, через порох закладывался в каморы барабана, затем накрывался свинцовой пулей. С помощью шампола все элементы удерживались на месте. Нацель необходимо было только поместить на противоположной стороне барабана капсулы. Из-за такой схемы первые револьверы называли оружием с капсульным замком, потому что капсуль и пуля закладывались по отдельности. Кольт Петерсон и его поздние воплощения были образцом этой философии дизайна. Этот ряд включает в себя модели Walker, Dragon, плоский Кольт 1951 года, пара таких полисов Дикий Билл Хикок, которому, думаю, встретимся, армейский Кольт 1860 года и другие. Уникальный дизайн имел револьвер Ремингтон 1858 года, потому что позволял заменять пустые барабаны, заряженные прямо в разгар боя. В более поздних моделях револьверов в качестве боеприпасов стали использоваться цельные патроны, что позволило устранить необходимость закладывать каждый компонент в отдельности. Такое устройство имела модель третьего Смит-Вессона, один из его вариантов известен как револьвер Коффилда, а также наиболее передовые модели Кольт. Кроме того, на смену упорно спусковому механизму одиночного действия, где барабан необходимо было вращать вручную, взводя курок. Пришел так называемый механизм двойного действия, где при спуске также единым движением взводился курок и вращался барабан. Одно оставалось неизменным на протяжении всей истории Дикого Запада. В руках опытного стрелка револьверы были смертельным оружием. Окей. Так, и что-то я еще здесь хотел сделать. Да. Что у нас тут? Ну ладно, почему бы нет. Тихонько приближаемся. Лучше на винтовке. Ой, я в костер залез, да? Что ты там сказал? Так, ладно, пойдемте искать Билла. Пока понимаю, здесь мы его так и не найдем, раз мы в конечном итоге придем в город. Да это плохо, ты спрятался. Беги, беги. Тихо. Ну вы безумные люди. Вот, не вовремя. Фух. Давай. Окей. С какой стороны? Мы отсюда. Тихо, 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 тихо. Что-то совсем рядом вас слышу. Да, никого не вижу. Так, где вы? Ребят. Так, вот, видимо, кстати, сам город. Мы к нему как раз сейчас и выйдем. По дорожке. Ё-моё. Что ж ты делаешь-то, а? Так, нет. Все, вскользь приходится. Да, не хочу. Так, окей. Да, боюсь, что его здесь нет. Ну ничего, скоро встретимся. Так, ладно, из лагеря мы тем временем уходим. Окей. Да, не хотелось бы. Так, вот, собственно, и сам город, с которым мы начали. И теперь уже более-менее понятно. Ух ты. Это я зря. Ты мне хочешь отдать мой револьвер? Парень. Так, теперь более-менее понятно суть происходящей потасовки, в которую нас бросали. Так. Оу. I didn't learn until later that that night was in fact his birthday celebration. Так, тихо. Ну, за этим переверком, я думаю, нашу стрельбу даже не слышно будет. Так. Ты задержишься с такого расстояния. Хорошо. Правда, с другой стороны, я тоже не понимаю, когда стреляют они. Когда фейерверк. Тихо. Так, парень. Окей. Ну. С этим все. Могу заходить внутрь? Или еще кто-то хочет поиграть? Нет. Это несколько нечестно, по-моему. Так, давай. Что-то думаю, что да. I think I already mentioned that I found Hardin in this very saloon. Ну да. Именно так ты сказал. Пойдем с ним встретимся. А, тут еще нету, да? Раньше, как ты сказал, там уже были трупы. Одна. Да, черт подери. Успокойтесь. Ух, не прочек, это сколько. Кто там? Ты живой, что ли, еще? Спрятался за решеткой. Рец. Ребята, ладно, сейчас мы поправим суть происходящего. То у вас как-то слишком чисто. Так. Кто там еще? Не портится он. I was disappointed that neither Bob nor John Wesley were among the dead. But that was short-lived, as a moment later I was facing down the fastest gun in the West. Ну давай знакомиться. Первый раз убил 15. Убил человека за храп. Еще 40 за то, что дышали. Добрый. Общительный. I felt a bolt of adrenaline, or maybe that was fear. He was well known for his tricks, and I knew I'd need my own if I was ever to defeat him. Сейчас провалю. Тихо, далеко уходим. До 80 хоть дотянуть. Даже неплохо было бы. О, опоздал. Окей. Тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Я помню, много выстрелил, насколько заметил. So he didn't die? No, I sent him to prison. Years later, after he was free, some restless avenger took his life. Shot him in the back in the saloon, just like this one. Anybody up for another beer? Ben? Окей, наверное, даже удачно, что мы попали ему в ногу. Хорошо, продолжаем. Как-то быстро в этот раз разобрались. Thank you, darling. Yeah, some say revenge is a dish best served cold. So whatever happened to that Bob guy you were after? Personally, I'd like to hear some of your other adventures. Like, I don't know, do you ever go toe-to-toe with a red man? О, с индийцами как раз давно не встречались. Yes, I did. Перехватить. I remember once I was after this renegade Apache, Grey Wolf. Strangely enough, revenge was also his primary motivation. принципе, у нас уже был опыт контакта с индейцами. Не сказать, что он закончился хорошо. Мы им везли ржавые винтовки, а в итоге они нас пытались пристрелить. Сначала побочные племена, через земли, которых мы проезжали, а потом, собственно, и сами. И девушку у нас забрали, и нас чуть не убили. Да и Хуарес нас тогда бросил. Печальные воспоминания. Зато, я думаю, на природе будет красивая местность, судя по тому, что здесь видно какие-то водопады, лес, горы. Горная речка. Окей. A bounty was put on Grey Wolf's head, and that's how I came to hunt him in the mountains. Mountains so high they tickled the nether regions of heaven. Давным-давно в далеких горах. Grey Wolf was a Chiricahua Apache medicine man who had led a war party in revenge for a massacre against his people. The U.S. Army had attacked his tribe during his daughter's sacred sunrise ceremony, and the slaughter was unspeakable. I understood his anger, as there's nothing more traumatic than seeing those you love die in a cruel and painful death. Американские войны время революции перебили огромное количество индейцев, потому что по большей части те участвовали на стороне англичан, хотя вообще в принципе не воевали, но при этом небольшие племена поддерживали монархию, по сути лишь потому, что сама Англия не истребляла их и даже создала автономию их земель. Ну, ладно, так это уже лишнее. Так, то есть... Ты хочешь сказать, что этот волк... оборотень, да? Ладно. Или это просто символ племени? Помню, мы за птицей гонялись, шли. А когда искали какое-то сокровище... Часть медальона, по-моему. Ух ты. Так вообще гонялись за каким-то койотом, который изображал предка. Так, ладно. Куда мне? Спасибо тут. Не люблю мостики. О, печально. Ё-моё. На какой черт я вам винтовки вез, а? Не давай индейцу винтовок, даже плохих. Это все плохо кончается. Ладно. Тихо. Меня сейчас сверху не пристрелят. Случайно. Молодец. Кто еще? Так, давай-ка пока есть возможность. Но спишем на то, что индейцы стрелять из ружья особо не умеют, из винтовок. Что как враги они не особо. Чисто численно их явно превышает мои возможности. Ладно, и что полезного? Так, что за звук? Ну ладно, скажем, не заметил. Так, все. Где мой пистолет? Куда вы делим? А, вот он, вернулся. Слава богу. Тихо. Где ты? Один есть. Второй. Прям как тиря. Жутко. Я вас тут зарослик-то могу и не заметить, что может мне... Плачено для меня кончится. Так, да что ж такое? Тихо. Да. Что ж такое-то, а? Йоу. Как и тебе повезло. Либо я уже окончательно косял. Что тоже вполне возможно. Ладно. Давай быстрее. Ой, тихо. Кто где? Ага. Так, труп. Парень, хватит. Еще один кто-то пробежал. Так, давай-ка. Вылазь. Так-то лучше. Ё... Да, что ж такое-то, а? Так, расслабляться не стоит. Да, есть о чем сожалеть. Что за звук? Спокойно, ребят. Все племя перебили. По сути, ничего плохого они не хотели, лишь охраняют свою территорию. Ну, ничего не поделаешь, работа такая. Ладно, так, давай. Мы все поднимаемся по горной речке. Красивый водопад, так, спокойно. Еще есть, друзья? Сейчас бы мне с вами встретиться. Не вовремя, но ладно. Так, что с FPS-ом? Так, стоп. Окей. Пока что нет. Тихо, 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 тихо. Да, стой ты. А. Проблемы непонятно с ФПСом. Сильно мешает целиться. Ладно, вроде пока живы. То неплохо. Сколько ж мы людей-то переубивали за всю свою жизнь. О, ребята, у вас все больше и больше. Да не стреляйте в меня. Горы трупов на своем пути. Ладно. Мы, видимо, опять погружаемся в пещеры. Тихо. Брось. Меня тут не завалит случаем. Так-ка, по-быстренькому. Так, а что здесь? Ой. Идем-ка отсюда. Ладно, пошли искать серого волка в пещерах. Я надеюсь, динамитом-то их никто не оснастил. Ладно, ружье мы им дали в свое время, по глупости. А динамит вроде мы им не продавали. Будем видеть, что англичане не снабдили вас подобным. Так, не свалиться вы здесь. See, back then, I had a stubborn streak a mile wide, and I wasn't about to back down. So it was like pitch black in there? Actually, it was pretty well lit, as they had torches on the walls. Так, интересно. Так, ты мне предлагаешь идти сюда. Ладно, хорошо, если мы сходим сюда. Просто ради любопытства. И мы найдем, собственно, тех трупов, которые вылезли, да? Ну да. Может, здесь ничего нет? Нет, вроде бы. Ладно. И цивилизованные индейцы. Же факелами пользуются. Так, спокойно. Фух. Что у нас с музыкой? Чем хорошим это явно не сулит. Так, спокойно. Просто становлюсь параноиком на каждый звук. Так, кнопки, хватай. Эй. Серый волк. Как оказалось, история не узнает ни одного великого индийского лидера с именем Серый волк. Такое имя носил лишь один командир, являвшийся при этом офицером армии Соединенных Штатов. Джордж Крок сделал себе имя во время гражданской войны и в ходе индийских войн. Он боролся против салютов силы Апачи под предводительством Джеронима. Позже в знак уважения к нему Круку дали имя Нантан Люпан, что означает «серый волк». Крук был разгневан, когда апачам Чирикау, которые верно служили американской армии, отплатили тем, что посадили в тюрьму вместе с повстанцами Джеронимо. Крук отправил в Вашингтон многочисленные рапорты с просьбой о пересмотре решения, но, как и следовало ожидать, правительство США того времени они не возымели эффекта. А то есть, в принципе, значит, и на стороне американских повстанцев воевали. Я думаю, только на стороне англичан. Ну ладно, Дима. Разнились даже в самих индейских племенах в сторону. Но, здесь кто? How big was this cave? Big as hell, Ben. Chiricahua had hid out there during the Indian Wars. У нас была своя война. У нас своя. Спокойно. Эх. Печально на все это смотреть. Те же старые добрые луки. Тихо. Падение. They thought it was haunted with the ghosts of those murdered by the horse soldiers. The cave was haunted with dead Indian ghosts? Ну да, конечно. Падать отсюда высоко, в случае чего. Ладно. Тут на меня не нападете случаем. Так, ладно, это было предсказуемо. Окей. Ну, есть кто живой? Власти. Сталагмиты повсюду. Ой. Ребят, ничего личного. Просто мешаетесь. Целый отряд перебили, а? Я думаю, одно племя мы точно прикончили. Всего мужскую часть населения. Ладно. Серый волк, ты где? Долго я буду за того гнаться. Так, там кто-то вроде бы есть. Плохо прячешься. A few years back, I was married to two Mescalero women. Oh, мы еще женаты были. Yeah, they were sisters. Polygyny is traditional among the Mescalero. So what happened? Oh, I had to get out of there. Those girls never shut up. Both of them nagging at me all the time. Drove me half crazy. Haven't seen them since. No, I mean, what happened with Grey Wolf? Oh, well, I pursued him into the Cave of Death. А у нас идёт богатая история. Либо мы окончательно уже забрались. Ладно. Серый волк, ты где? Окей. А что в этой стороне? Ух ты. Рэй Маккол. Ух ты. Старший из братьев Маккол, их отец, землевладелец из Джорджии, сражался в годы Гражданской войны на стороне Конфедерации и погиб в битве при Эйтин. Да вы что? Но его сыновья продолжали борьбу. Был разжалован до сержанта за неподчинение приказу. После войны он стал знаменит как непобедимый стрелок, известный своей яростью и антикварной расой конкистадором, которого он носил в качестве защиты. Он заработал эту репутацию, убив множество людей. Также он прославился своей кровавой враждой с печально известным Хуаном Хуаресом Мендозой, который владел крепостью за пределами Хуареса в Мексике и со своей армией головорезов наводил ужас на границе на протяжении долгих лет. После многих лет странствий и стрельбы Рэй Маккол стал пастором, оставив насилие в прошлом. Он не был создан для мирной жизни. В старости ему снова пришлось взять в руки револьверы, чтобы начать охоту на своего племянника, подозреваемого в убийстве брата и жены. Он погиб в 1824 году. Старик и священник, убитый тем самым Хуаресом Мендозой, с которым пересекался ранее. Единственное утешение для умирающего Рэя, очевидно, было то, что его убийца последовал за ним, чтобы предстать перед Создателем. Как ни странно, учебники истории хранят молчание об этом выдающемся человеке, стрелке и священнике Рэе Макколле. Да, приятно встретить упоминание о старых друзьях. Окей, мы там не приближаемся еще к винтовке? Ага, приближаемся. И чем она у нас отличается? Неизвестно. Так, улучшена золотая винтовка. Неизвестный изобретатель этого шедевра модифицировал его пружину, чтобы увеличить емкость магазина. Кроме того, этот дробовик легче и прочнее дробовик, благодаря чему он удобнее лежит в руках и имеет меньшую отдачу. Это на что? Камень ближайших врагов. Видите, в голову даже не целясь, нажимаю удерживать. Ага, это очень... Ну, может пригодиться. Ладно, я думаю, сейчас мы встретимся уже с самим серым волком. Ну? I came upon this flooded grotto, and that's when I saw him. He came to me unarmed and unafraid. His voice echoed in the shadows, and I sensed he meant me no harm. You carry great darkness in your heart, and if you do not release it, it will claim your soul. The sound of his voice put some kind of ancient Indian spell on me. As his story unfolded in my mind. You will come to this place again and kill many more men, and the darkness will grow until it consumes everything that you are. The soul would have no rainbow if the eye had no tears. He said I was a great warrior, a coyote man, unequaled by any other pale-faced warrior, or something like that. The snakes will bite shadows of your past until a venom poisons your heart, and an echo of the song of the dead summons the spirits deep from within the mountains. I didn't quite get what he was saying, but there was definitely snakes. And indeed, his warriors surrounded me and attacked me like hungry wolverines. Спокойно. They couldn't stop me though, and Grey Wolf wasn't in the mood for idle talk. Сволочь, а? С таким эхом у нас может обвал опять случиться. Не динамитом, так из оружия нас завалит. О-о-о. Так, стой тебе. Окей. Окей, еще есть кто? But suddenly one just appeared. Откуда же? Like a miracle. Да, это было чудо. Конечно. Серый волк, ты где? I felt like I would be lost in that damn cave forever. Нам нужно с тобой поговорить. Finally, I found myself back outside, perched on the edge of a precipice, overlooking a thundering white water river. To get where I was going required several leaps of faith. There was no way in hell I was turning back. Не свалиться бы сейчас тут. I chased after it, determined to make him explain the meaning of all that mumbo jumbo. Стоять! Mumbo jumbo is right. Are you making this all up as you go? A few details may be fuzzy, brother, but I am relating exactly what happened. Ой-ой. Как бежит-то? Ладно. Ладно, их уже догоним. Ё-моё. Стой! Так, дружок. Я твое все племя прикончу, если понадобится. Ой-ой-ой, тихо. Уф. Давай быстрее. Бежать. I had a steep climb up creek ahead of me and scrambled up those rocks like a mountain goat. I was determined to locate Grey Wolf and find out exactly what the hell he was trying to tell me. Да, что ты мне хотел сказать, что попередил все твое племя? Wouldn't you know it? That crafty son of a bitch led me right into a trap. What kind of trap? Well, son, there had to be at least 100 crashes around. Крайне крупная ошибка. За которыми теперь придется заплатить. О. Who you kidding? Hey, I believe you. Come on, tell us how it ended. All right, but I'm not gonna drag this out. Where were we? You were surrounded by 100 Apache warriors. Well, I didn't take the time to count them exactly, but there were a lot of. Я вас не вижу. А, я слеп. Черт побери. Ладно. Что ж такое-то? Так, спасибо, что хоть пометили. Это несколько облегчает процесс. Ух, отдышись. Ё-моё! Спокойно. Не приближайся ко мне. Стоять. Стоять. Окей. Пока вроде живем. О, как и под таким огнем еще умудряюсь выживать, это огромный вопрос. Так, спокойно. Да что ж такое-то, а? Сколько вас тут? Где вы? Где? Да потом перезарядишься. Где ты? Так, а вот. Сволочь. And in the end a path appeared before me that I had not seen before. А я тебя прикончить доберусь. Как мне что-то хотел сказать. I followed it as I desperately needed to find out what Grey Wolf was trying to tell me. Герои коренных американцев. Пятнистый лось, также известный как Большая Нога, Ситанка, был вождем лакосского племени Маниконджу, народа Сиу, который храбро сражался с белыми захватчиками. Он погиб, как и многие из его братьев, 29 декабря 1590 года в так называемой битве, известной сегодня как бойня на ручье Wounded Knee. Вождь Кочис из Апачи Чирюка, известный среди своего народа как Аdat Личи, вел долгую кампанию против армии Соединенных Штатов. Он много раз избегал поимки и продолжал совершать набеги на последние белых до 1672 года. В результате переговоров с генералом Оливером Ховардом Кочис по совету своего единственного белого друга Тома Джеффордса отправился в резервацию. Он умер своей смертью в 1674 году, и его потомки, как говорят сейчас, проживают в резервации Мескалеро, Апачи в Нью-Мексико. Последующим Кочиса стал Гуяхли, более известный как Джеронимо. Он одержал множество побед на протяжении долгих лет борьбы. В 1858 году мексиканские солдаты убили его мать, жену и 3 детей. Он поклялся мстить и, как военный предводитель, постоянно совершал набеги на мексиканские провинции и городки, а позже на американские поселения в Аризоне, Нью-Мексико и Западном Техасе. Он сдался властям США в 1826 году и стал своего рода знаменитостью. Также участвовал в шоу Дикого Запада, но так и не смог вернуться в родные земли. Джеронимо умер от пневмонии в 1909 году, перед смертью признался своему племяннику, что сожалеет о своем решении сдаться, сказав: «Я должен был драться, пока не остался бы последний из выживших». Сидящий Бэх или Танатанка Йотаки, триумфатор битвы при Литл Бихорг и позже артист шоу Дикого Запада, Буффало Билла, был шаманом лакосского племени Хунклапа, народа Силы, вместе со своими людьми боролся против вторжения белых людей. Был убит двумя индейскими полицейскими на службе Соединенных Штатов во время попытки арестовать его и не дать поддержать движение «Пляски духа». Все они, да и многие другие, коренные американцы были вынуждены жить в невыносимом мире. Их лишали земель и привычного образа жизни, заменив миром, который они не понимали и не хотели принимать. Их убивали как пули, так и пропитанные черной оспой одеяла. Тесненные в резервации, они умирали от болезней, голода и холода. Сегодня мы можем признать, что уничтожение коренных американцев и их культуры было настоящим геноцидом. К счастью, история не забыла этих людей, и сегодня мы можем почтить их, как можно, единственных настоящих героев американского Запада. Это проходит под звуки выстрелов, когда мы сотнями вырезаем бедных коренных американцев. Ну ладно. Американцев они сами напали. А ты издеваешься, что ли? Сколько за этого гнаться-то буду? Чертов оборотень. Never did find him. And never did collect my goddamn bounty. Хорошо, я думаю, здесь мы тогда остановимся и продолжим в следующей серии. И пока что это на сегодня все. Доброй ночи.